Прием. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Ребятушки, напишите, пожалуйста, если кто есть, присутствует ли звук. Прием. Лично меня. Раз, два, три, четыре, пять. О, появился. Пять. Появился. Мы разобрались. Зайчик. Разобрались наконец-то со звуком. Так, ну, я понимаю, что игра очень для кого-то старая, но для меня это что-то новое. Я немножко, ну, оголился, потому что жарко лето. Я бы выключил свет, но не было бы видно меня, но это не главное. Главная игра. Итак, компанию режиссер простыми назовешь, однако или короче, проще быть. Ну и для тех, кто только начинает осваиваться в игре. Давайте в темноту окунемся. Назовем это «Да настанет тьма» и будем постепенно погружаться в саму игру. Едет колесница. Замечательно, что-то произошло. It winds with a troubling serpent-like suggestion through the corrupted countryside. Нарисованная графика мне очень нравится. Leading only, I fear, to ever more tenebrous places. Я еду на колеснице. Сквозь кладбище. And on its writhing path, you will face viciousness, violence. И меня встречают какие-то ублюдки. Damnably transcendent terrors. Мне почему-то послушаешь, сказал, что встречаются террористы. Я ожидал, что будут субтитры. Ну ладно. Что-то произошло с моей повозкой. И настает тьма. Бррр. Что-то произошло со мной, в итоге я так сейчас пока не понял. Старая дорога. Дилижанс разрушен, и смотритель ушел. Вам придется совершить путешествие к Гамлету пешком. Какому конкретно Гамлету, не пойму. Я бы достал сейчас череп. Ага. Старая дорога. Использование карты. Сейчас вы находитесь в комнате. Чтобы начать движение по подземелью, щелкните по другой комнате в окне карты, так вы попадете в коридор. Хорошо. Так, ну что, есть у нас два персонажа. Дисмос, разбойник, и крестоносец Реунальд. Старая дорога. Прикольно, 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 мне нравится. Ну что ж, пойдемте дальше. В коридоре нажмите D, чтобы идти вперед, а чтобы идти назад. Вот, добавляется клавиатура. Пользуется мышью, то щелкните мышкой. А, D, круто. Ну мы такие, короче, идем тут с братком, и нам встречается разбойник. Ай-яй-яй. Бой ведется пошагово. Когда придет очередь героя, щелкните на навык, а затем щелкните на выбранную цель. Если какой-то навык выбрать не удается, значит герой должен стоять на другом месте. Или для этого навыка нет подходящей цели, наведите курсор мыши на значок навыка, чтобы узнать условия применения. Прикольно. Так, у нас есть... Порежем заразе вены. Вот так вот, да. У него открылось кровотечение. И сокрушающий удар. Великолепно. Каждый подобранный вами предмет занимает место в инвентаре. Наведите кусок мыши на предмет, чтобы узнать о нем побольше. Это можно сделать и в инвентаре. Ну что ж, мы забираем все и получаем... а где остальное? Золото. Давайте потихонечку будем продвигаться. Продвигаться, наверное, дальше. Экран ниже опустить свой? Сейчас свой или... Или чей, ребятушки? Подсказывайте, подсказывайте. Просит, просит, наверное, вебку мою сдвинуть. Давайте я себя уменьшу. Вот, вот сюда. Вот так вот.
Вот так вот я сделаю, да. Вот так вот, вот хорошо, хорошо. Вот так вот, смотрите. В принципе, меня не обязательно смотреть. Ну, короче, вот я где-то здесь, все. А, хорошо, пойдемте. Погоним дальше, что же? Что же будет у нас дальше? Ну, мы такие тут с братом идет. Постойте. О! Что такое? Ну, постояли. Ну, давайте. Такие, палатка. О, в ходе странствия вам часто будут попадаться ранее интерактивные объекты. Чтобы исследовать их, щелкните по ним или нажмите В осмотреть палатку. В. Ну что ж, кто-то здесь явно недавно отдыхал. Какой-то бомжар застрял в лесу. А мы его обыщем. О, и у нас есть бабло. У нас есть бабло, у одного 23 жизни, у другого 33. Ладно, пойдемте дальше. Пойдемте дальше. Старая дорога! Кругом кресты! Опа, 6, а что такое 6? Стресс, мне очень страшно. О, герой очень устал. Спасибо за подписку, кто подписался. Огромное спасибо. Мы будем продолжать дальше. Получаем стресс и удовольствие. Ну, такие дошли. Что же дальше? Вот дверь. Ага, о, сундук. И на нас напали грабители, не может быть. Так, пистолетный выстрел. Картечный залп. Давайте картечный залп. Так, отлично, мы дали урон по обоим. И сейчас, ага, понятненько. Так, осталось использовать твердые веры. Факел плюс 20, героя. И цель усиления себя. Ну, давайте мы сделаем усиление. Усиление подействовало. И выстрел в упор. Какой негодяй. Какой негодяй. Я думаю, надо резать вены маленькому. А почему я маленькому не могу? Ну, ладно, порежем здоровому жердяю. У него пошло кровотечение. Подавляющий огонь. Уклонение, хорошо. Так, у нас есть сердечное обвинение. И оглушающий удар. Оглушаем жирного. Да, мы нанесли ему оглушение. Хотя нет. Нет, у него было сопротивление. Вот так вот он меня плеткой наказал, зараза. Угу. Так, у нас идет кровотечение. Два урона за раунд. Угу. Давайте снова картечью выстрелим. Вот так вот по этим упырям. А нашел главного героя, мне кажется, надо подлечить. Потому что парню явно что-то плохо. Стоп, так, перемещение, пропуск хода. Яростное обвинение. Вот тебе силы веры! О, да. Так, мы под прицелом, нас опять бьют плеткой. Кровотечение идет, нам надо чем-то это останавливать, но пока что у нас нету... Нету у нас трупы от погибших чудовищ. Остаются трупы, они не дают пройти, но со временем исчезают. Можно атаковать труп, чтобы он исчез быстрее, но для этой цели лучше подходят дальнобойные боевые навыки. Толкание и притягивание, а также особые навыки избавляются от трупов, коими владеют некоторые герои. Если чудовище умерло от кровотечения, яда или крит удара, то трупа от него не останется. Так, что ж, 0 урона. И у нас есть ослабление. Но мы еще раз его верой. Так, что ж. Давайте дроби. Ура! Победа! Мы нашли цитрин желтый. И немножко золота. После того, как будут выполнены требования задания, вы можете в любой момент вернуться в деревню. Для этого достаточно просто щелкнуть по гербу, чтобы покинуть подземелье, не обязательно возвращаться к входу. Задание выполнено. Так, ну, круто, круто. Давайте посмотрим. Графика у нас, номер монитора, гамма обновлена, размытие на весь экран. Аудио, субтитры, вот они, внизу, да, внизу субтитры, общая громкость,
Давайте сделаем чуть-чуть ее потише, потому что я немножко глохну. Да я понял, что я выиграл. Сохранить, геймплей, другие, все. Вернуться в игру. Ой, верну, блядь! Я лоханулся. Я же не сундук не открыл. Блядь. Ну ладно. Поторопился я немножко. У кого и не случаются фейлы. Не жерде какой, занимает он, а? Блин, ребята, ну получился, да, фейл, ладно. 2 очка решимости, 2 очка решимости, воин света, устойчивость. Это хорошо. Действительно, если факел более 75, 15% лечения. Красный знак вопроса на портрете, значит, что герой, блин, тюз. Добро пожаловать домой в родные края, это убогий городишко, и эти проклятые земли теперь принадлежат вам. И от этого не отвертишься. Эх, старый-старый город. Цель смотрителя. Вернитесь из успешного похода в руины. Победить ученика некроманта. Победить звучного пророка. Победить некроманта. Так, подождите. Журнал действий. Ученик. Хорошо, я понял. Пользуйтесь правкой, где только можно, чтобы... контекстную справку любой игрой. Ставьте, нажмите и удержите клавишу H. Ну-ка. Ага. Нам расскажут. Так, дилижан. Здесь можно нанять новых героев. Кузницу, улучшение оружия, гильдия, улучшение боевых навыков героя. Дом лесника. Трактир, отправляй всех героев, чтобы снять стресс. Отправляй всех героев, чтобы снять стресс. Лечение болезни. Загадан, здесь можно купить редкие вещи. Редкие вещи. Так, трактир, лечебница, монастырь. Блять, и куда? Фамильные мемориалы. Ну, давайте отправимся в дилижанс. Чтобы собрать группу из 4 персонажей, вам придется нанять их всех. Хо-хо-хо. Мне что-то почудилось. Блёс Бивилли и Питон. Дилижанс. Так, казармы героев. Это сеть дилижанцев. Ага. Нет, так, подождите. Я хочу участвовать в экспедиции. Так. Пока вы здесь потратите часть имеющейся у вас фамильной ценности на улучшение дилижансов, это позволит увеличить число доступных найма героев. Ключи нажмите символ слева. Так. Все дилижансы расширяют выбор героев до 3. Казарма увеличивает список до 12. Так. Увеличивает список до 12. Ну, большинство героев в конце концов попадают сюда, в эту отправленную землю, обретая вечный покой. Это он мне рассказывает про кладбище. Со временем ты узнаешь, сколь велики были мои неудачи. О-хо-хо! Сколько нам еще впереди? Разрушенный дом, старая дорога, фамильные мемориалы. Ну. Честно, я пока не знаю, стоит ли мне улучшать что-то. Так. То есть мне в дилижансе что-то стоит, да? Да подожди ты, стоит улучшить. Казарма героев увеличивает список героев. А, это увеличивает выбор персонажей для найма, начиная со следующего задания. С казармы героев. Ну давайте вот этот увеличим. И вот это. Великим героем можно найти даже здесь, в грязной конюшне. А дальше я не могу? Не могу. Хорошо. Так, ну по одному очку, скажем так, мы вбросили, да? Можно выполнить больше заданий. Так, мемориалы, понятно. Что у нас есть? У нас есть украшения. Задание, книжка.
Глоссарий. Блин, какой-нибудь прикольный. И... Ага, правой кнопкой можно открывать. Правой кнопкой можно открывать. Так. Ага. Сортировка power по стрессу. Вот, давайте сортировку по стрессу. По классу нет, по стрессу. Сортировка по деятельности. Разницы я, если честно, не увидел. Ну что ж, давайте отправимся дальше. Здесь вы можете выбрать задание. Мне стал очагом безумия смерти. Пора приниматься за дело. Я что и делаю, в принципе. Здесь вы можете выбрать задание, собрать группу из 4 героев для выполнения этого задания. Щелкните по заданию, чтобы узнать подробности. Угу. Задание. Заповедник Чаще Бухта. Знаете, сейчас лето, я думаю, стоит отправиться в бухту, а в бухту нам нельзя. На-на-на. Так, и что это? Припасы, припасы. Недостаточно подготовлена группа обречена. Вы хотите продолжить игру в некомплект? Ну так, нет, нет, нет. Я хочу вот так вот. И вот так вот. Вот, в принципе... Странное сборище уродов. Блин, как это прикольно, блин. Просто посчитали, что... Ну, сама игра посчитала, что действительно у меня странное сборище уродов. Блин. Ой. Сейчас мы оповестим всех о том, что все у нас идет по плану. Вот. Все идет по плану. У нас все будет хорошо. Так. Что ж, мы... Так. Рыцарь первым. Так у нас рыцарь первый идет. Вот, рыцарь первый. Первый рыцарь, да. А, нет, подождите. Все правильно. Первый рыцарь идет. Все. Я в полном виду это припасы. Та-та-та-та-та. Итак, за приготовление приходится платить золотом, за их отсутствие кровью. Припасы следует подбирать с учетом особенностей района, куда вы направляетесь, длительность заданий ваших предпочтений. В любом случае стоит взять запас еды и факела. Отправляясь на свое первое короткое задание, возьмите минимум 8 порций еды и 4 факела. Минимум 4 еды. Это что? Так, пища. 4 еды. Раз, два, три, четыре. И факела. 8. Через shift. Ну ладно, я думаю, в дальнейшем они нам пригодятся, да? Вы не закупились достаточно провизии для похода. Для задания рекомендую взять с собой не менее 8 порций пищи. Ах, вы что, меня обманули? Так, пища. А я что купил? Пищу. Нормально, нормально. Ключ, а ключ от чего? Мастер ключ отпирает шкатулки и двери. Хм, прикольно. Противоядие, святая вода для издания зла и очищения. Также помогает повысить его сопротивляемость. Настойка опия. Успокаивающее зелье, помогающее психике справляться с ужасами подземелья. Издание зла и очищение также помогает герою повысить его. Нажми на вещь, чтобы продать обратно. Так, а... Угу. А как, допустим, мне... Как последним? Отчет идет с обратной стороны, что ли? Лопату тоже возьми. Лопата? Лопата. Ну ладно, что ж, будем кого-то выкапывать. Так... То есть, вот таким образом, славные ублюдки, подозрительные типы. То есть, что, они идут с конца, что ли? То есть, вот это первый, второй, третий, четвертый? Блин, ну как-то это немного странно. Я правильно понял? А, первый тот, кто справа. Блин, что за логика, пиздец. Ну ладно, хорошо. Припасы мы сделали. Эй! Так, ладно. Значит, нам надо
2, 3, 4 этого самого. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь еды, лопату, ключ. А далее, святая вода не надо, противолечение всяческих отравлений. По одной штуке возьмем, вот, бинты. Нам понадобится настойка опия. Святая вода. Ну вот, по две штучки возьмем и, в принципе, погнали дальше. Первый поход в фамильные руины. За любопытством не забывайте об осторожности. Ну ладно. Отправимся вперед. И тут мы такие, короче, отряд. А нельзя их переименовывать? Жаль. Итак, у нас Реунальд Дисмос Блозвели, у которого стресс 20-ка. И Питон. Питон, но почему-то какая-то баба. Странно, странно. Что ж, пойдемте. Пойдемте нашим отрядом. Выберите место назначения на карте. Перейдемте в комнату. И наши приключения начались. Обстановочка становится очень такой. Центрировать карту. Да, центрировать хочу. Блин, я никак не слан. Опа. Что такое? Ей прилетело стресс 23. Ну все ссут, конечно. Ха! Кто бы не ссал. Блин, а где мой инвентарь? Где мой я хотел? Вот все. Ставлю резание зла, очень также помогает игру повысить его сопротивляемость. Угу. Не так, вот так вот. Все. Пойдемте. Мало ли что. Так, подождите. Вы нашли свежий факел. Угу. У нас теперь есть еще факелочек. Будем творить зло. И входим в подземелье дальше. Опа, скелетосы! Так. Так. Нате вам. Хороший удар. Обречаешь усиление цели. Следующий залп. На, лови. Оглушение получил. Так. Так вот тебе, зараза. Угу. Слепящий свет. Восстановим. Так. Божья милость, излечение 3-5. Слепящий свет. Вот. Так вот тебе, зараза, труп. Вперед нельзя уступить. Вот так вот трешечку. Трешечку он нанес нашему. Ну, тебя просто будем рубить, зараза. Забираем. Холодным кайф, содержимое ваше. Отлично, лопата. Герб, символ чести, заслуженной семьи в далеком. Так, в прошлом и цитрин, желтый, как увядающая надежда. Ой, хорошо. Угу. Так, а мы не можем... Нет, ничего не можем пока сделать. Ну, пойдемте дальше. Так, у нас тут очень-очень загадочная груда. Ну, потемешай, Нина, из камней и обломков. Ах, вот зачем мне нужна лопата. Свет факелов постепенно меркнет. Текущий уровень освещения влияет на многие факторы в игре. Чем темнее вокруг, тем труднее приходится героям и тем более возможная награда. Чтобы снова сделать свет ярче, щелкните по факелу. Ну это мы сделаем. Ладно, что уж тут уже тут. Вот, посветлей. Посветлей, чтобы наши сыкунишечки... А, можно переименовать лагерь. Хорошо, переименуем. Так, ну что ж, наши сыкунишечки отправляются. Ну, где же остальные? Говорит нам Питон, которая девушка. Странное имя. О, боже, нет! О, а вот это прикол. Вот это прикол. Она поменялась ролями, и у нас, значит, опа. 23. Нифига себе. Мы уже сталкивались с этими тварями. Так, следующий залп. Бодряющий пар, усиление цели.
Поменял местами нас, смотрите, а. Так, освещение. Кого бы осветить-то? Ой, блин. Ловите. Давление. Так. Как же любит ее рубить, вы посмотрите. Я не могу. Придется на одного перемещаться. Ага. Они устроили путаницу, и сейчас питоны нашему очень будет хреново. Ловите дезориентирку, и они меняются местами. Бабу нам надо уводить. Угу. Угу. Так. Прицельный выстрел. О, тебе. Хорошо, усиление. Пошло усиление. Так. Освещение. Держи ослабление. Так, чувака мы меняем с бабой. А то мне кажется, ее... Блин, как же они не любят ее. Проклятие! Сообщает нам питон. Ох, зараза, смотрите, уклонилась. Так, оглушающий удар, яростное обвинение. Нате, зараза. Хорошо. Враг повержен. Так, а у нас дезориентирующий удар. Дезориентирующий залп. Хорошо. Сопротивление. Так. Ага, так, лечение. Лечение. Лечение нам. Нам надо. Восстанавливаем все жизненные показатели, потому что еще чуть-чуть и ее могут грохнуть. Угу, на рыцаря на нашего накинулись, нанесли 4 урона. Так. Давайте усилим рыцаря, потому что он будет бить следующим. Хорошее усиление на 16 прилетело. Офигеть. Блин. Так. Осуждение. Нет. Тетка будет себя лечить. Почему я, правда, зовут питон, я не понимаю. Хорошо, что я ее вовремя подлечил, потому что в этот момент вы увидите, что ей прилетело. Так. Давайте блин, не может он. Усиление. Давайте тетку усилим. Хорошо. Ну что ж ты будешь делать? Переместим его дальше. Блин, какая глупая ошибка. Ну ладно, так. Продолжает отхиливаться, тем самым она уже переместилась в задницу. Уклонение от скелета. Так, ну что ж, пора уже, мне кажется, свергать. Критический урон 14. Ха-ха-ха-ха. Так, мы получили 125 золота. Документ распределения земли между прошлыми поколениями. Да, враг сломлен и втоптан в землю. Это я согласен. Достояние здоровья. Давай-ка пожри. Давай-ка пожри. Рыцарь тоже пусть поточит что-нибудь. Так. Надо было больше брать еды, наверное. Хотя... Даже не знаю. Но этот бой был такой... Да я доживу, что ж тут мне не дожить. Ха! Чё тут? Так, а мы можем... Вот так вот сделать... А вот ты сюда. Все, поперли. Негодяи какие, вы видели? Что они сделали? Фух, так. Блин, а можешь отожраться всем до конца? До конца отожраться? Да, лучше отъедем для лечения сельских отравлений. У нас нет пока отравлений.
Восстановление кровотечения. Ага. Направо пойдешь, пизды огребешь, прямо пойдешь. Поймите, прямо. Ой-ой-ой, а куда это? Ты обратно, что ли? Не-не-не. Не туда пошли, ладно. Блин, баба у нас просто, она идет сзади и сыкать не всего. Тем самым факелы начинают тлеть, и мы тут... Она свистывает. Ту-ру-ру. Набирайте себе. Это мое, только мое награда. Да, отлично, отлично. Отлично, хорошо. На стенах какие-то надписи. Опять какие-то надписи странные. Угу. Опачки, большой сундук и какая-то толпа ублюдков. О, критический урон. Еле стою на ногах. Крикнул только что нам баба. Нате вам всем, ублюдки. Так. Чумная граната. Ловите. Так, хорошо. О, повесили яд. Чумный доктор. Так, ну баба, как всегда, я чувствую, будет отлечивать только себя, и у нее пошло кровотечение. Да, спасибо. Бабу перематываем. Освещение. И ослабим цель. Блин, как же они не любят. Я прекрасно понимаю, что надо выносить первым хила. Угу. Блин, промах. Промах. Уклонение. Старуха уклонилась. Так, бейте рыцаря, правильно, бейте рыцаря. Так, яд делает свое дело. О, какое-то говно на меня кинули. Слепящий газ. Нет, подождите. Ладно, усилим старуху, так как ее понизили. Так, а бинты не надо. Ослабление цели. Давайте-ка отойдем. О, вовремя я поменял местами. Так, пора что-то делать. Так, у нас течет кровь, но мы перевяжемся. Дальний бой. Ближний, в общем, с 15 уроном нечисть. О! Это угушение. Нет. Отправляйся в ад! Так, что ж. Угушение. Излечение самой себя. Хороший хиллер такой, знаете, он идет в бой и сам себя лечит. Ну, отлично. Ну что, она от яда откинется? Нет вообще. На тебе, ёпт. Оп-оп, сопротивление. Оп, и сдохла. Замечательно, хорошо. Все забрали. И такие, мы что тут в сундуке? Здесь ловушка сопротивления. Отлично. Хорошо, что открыл чумной доктор, кстати. Разведка. Так, ловушка. Ловушка. Диковинка. Пойдемте обратно. Как здесь круто, то что здесь можно ходить. Так, где у нас там что есть? Нефрит. Это зеленый когниющий плоть. Так, ну у нас очень-очень мало осталось чего-либо. Мало осталось припасов. Так. Пойдемте-ка сюда. Блин, довольно прикольно. Мне вот честно очень нравится. Еду просто так не трать. Ну кто ж знал, что еду не надо тратить? Ну тут, блин... Тут такие дела, все опасное впереди. Ладно,
Так, факел у нас есть? Есть факел. Чтобы вам сыкотно не было, ребятушки. Пойдемте, пойдемте, пойдемте. Еды не тратить. Блин, еды уже нет. Оп, диконенько. Содержимое моего мешка ваше. Огромные богатства достаются отважным и упрямым. Таким, как я. Спасибо, пойдемте. Пойдемте дальше. Блин, еды не осталось. Это опасно. Опа. Блин, так это тут святая вода же, нет? Угу. Так, святая вода для изгнания зла и очищения также помогает герою повысить его сопротивляемость. Блин, доктору надо этому бы. Пистолетным. О, картечный зал. Ловите. Промах? Косой, блядь. Так. Мне очень понравилось яд. Можно на всех раскидать. Так. Кинем на себя щиточек. Хорошо, а потом. Так, 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 так. Тетка должна выпить сопротивление. И немножко полечи себя, зараза. Хиллер у нас такой. Блин, ну. Очевидно, очевидно, что хиллер может не дожить. Сейчас гребаный. О, чумной доктор получает стрелу в бок. Ух ты, ё-моё. Так. Бинтов не осталось. Чумная граната. Блин, почему только в него? Только в него. Усиление цели. Давайте усилим его. Так, а ты? А, суждение, подождите, стойте, стойте, стойте. Просто я не понимаю, на кой хрен я себя лечу, если они постоянно меня, извините за выражение, бьют. Я не успею просто полечить других. Хорошо, что сейчас ты попал. Яд хорошо действует. Ох, ёпта. Что мы делаем? Он что, сдох? Когда здоровье героя падает до нуля, он оказывается при смерти. В таком состоянии у героя снижается параметр, любой полученный урон может убить его. Лечение героя, чтобы он больше не был при смерти. Ничего не... Нет! Не-не-не! Блять! Первый герой пал смертью храбрых у вас на службе. Вы можете бежать с поля боя и отказаться от здания, чтобы спасти остальных. Или продолжить путь. Решать вам. Не, ну мы, конечно, будем всех мудохать дальше. У нас же есть мега-хиллер и чумной доктор, который кидает гранаты только вот так вот. Вот он. Мне этот сдох, понятно. Ох-ох-ох. Так-так-так, только не крит. Не критически, блядь. Угу. Паранойя! Не доверяйте вооруженным людям, ибо они желают ранить. Все, вообще, мне кажется, когда герой уже не в силах выдержать стресс, у них развивается психоз. Ну, не удастся полностью снять стресс, герой входит в задание, психоз придется снимать лечение в городе. А мне нечем снимать. Я могу вот этим только вот себя подлечить, но психоз при этом присутствует. Вот так вот. Вот так вот. Чумной доктор. Нет, стоп, стоп, стоп. Да я не хочу. Ладно, усиление. Здесь что-то есть темное и злое. Все, и вообще у нее там крыша едет у нее по полной программе. Она еще себя хильнет, но надо тетку отводить в город. О, сейчас чумной доктор тоже отъедет. Да, ребята. Я даже не знаю, сможем ли мы продолжать.
Ну, как бы, да, мы сможем все забрать, все поиметь. А это что? Это что? Что это? Придает герою силу. Прикольно. А если ты поменяешься с ним местами, то ты можешь тоже предаться силе? Нет? Блять. Что же нам делать дальше? Ох! Центрировать карту по стандартный порядок групп. Так. Бросить задание. Я вот думаю, что? Что нам сделать? Ну, надо, наверное, нам отправиться. Отправиться домой. Кто знает, подскажите. Нам надо отправиться домой и восстановить отряд, потом продолжить? Или что сделать лучше? Потому что я, честно, пока что не в курсе. Я думаю, что? Что нам сделать? Ну, надо, наверное, нам отправиться. Отправиться домой. Просто знает, какие есть нам варианты? Отправиться домой и восстановить отряд, потом продолжить? Или что сделать лучше? То как бы, ну, лучше домой. Да, я вот тоже думаю, что лучше домой. Вот. Так, а чтобы домой, это бросить задание надо или что это сделать? Блин, я забыл, где этот значок-то. Еда, герфинчи. Так, чтобы отправиться домой, нам надо бросить задание, да, по-моему? Или нет? Выгнать висталку и доктор. Лучить нецелесообразно. Висталку и доктора. Так, а надо нажать нам покинуть? Да. То есть покинуть задание, да? Блин, даже вот не знаю. Сейчас знаете, что я на секундочку сделаю? Покинем, наверное, задание, потому что я понимаю, что приходит какой-то полный конец и абзац всему тому, что я нафармил. Это опасно. Так. Попьем кефирку. Жизнь очень такая. У наших персонажей очень сложная и опасная. Так. Ну, получается, вы точно хотите уйти, у героя будет стресс от поражения. Да. Ну, ничего, мы их вылечим. Пойдем для того, чтобы научиться снова вставать. Блин, какая мудрая мысль. Где у нас медленные рефлексы? Боязнь. Кровожадность. Дайте больше. Больше. Хватает золота, продайте ненужные украшения прямо из сумки. Так, со временем некоторых вредные черты героя закрепляются, становятся серьезными. Избавиться от серьезной вредной черты в лечебнице обойдется намного дороже. Так. Ну да. Снятие стресса. Отправляемся у нас. Герой снимает стресс в трактире и аббатстве. Всякое время... Пытайтесь найти лучший способ снятия стресса для каждого героя, учитывая их черты характера. Как герой уходит снимать стресс, он остается в выбранном заведении. Аж до следующей недели. Так что на задание придется взять кого-нибудь другого. Так, ну... Этот косарь стоит? Вот это вот лечение этой дуры? А нельзя просто ее выгнать нахрен? Я вот просто думаю. Я думаю, просто на кой хрен мне она нужна? С нее толку? Вообще, это же очень, очень. Сейчас я просто второй моник подгоню. Он так далеко стоит, что я не вижу текст. Цыганский та-та-та-та-та. О! Бар. А кто у нас в баре бухает?
Ввести бочонки, карточный стол, завершившие комнаты для тех, кого угодит печаль. Так, ну четко, наверное, надо... А сколько здесь? Везде косарь. Два охренели. Я вот, знаете, просто думаю, насколько есть смысл лечить за косарь. Саму, заметьте, хилершу лечить за косарь. Ну, снимать ей стресс, да? Мне кажется, что проще либо отправить ее куда-нибудь в ад, ну, пусть она сдохнет, допустим, да, и вернуть нашего этого бойца. Какой там был у нас боец-то? Так. Просто... то у кого есть какие вообще идеи по этому поводу? Скажите мне, пожалуйста. А, выгнать ее, да? И доктора. Ну вот я как бы тоже так подумал, что смысла мне лечить тетку, ну вообще... Вообще реально просто тупо нету. Ой, немножко я отодвинусь. Это там не переживайте, никуда не делся, я здесь. Взять других и выгнать их. Ну да, в этом как бы что-то есть. В этом что-то как бы есть. Так, а мы ее выгнать болезнь, черты. Отпустить героя. О, отпустить. Герой идет навсегда. Так, и чумного доктора. Отпустить героя. Да. Давайте его переименуем, потому что... Какой-нибудь, не знаю, а здесь по-русски? Буква Ж работает, не? Буква Ж не работает. Коматосос будет, короче, он. Нет, какой-нибудь... Не, все правильно. Коматосос. Вот такой вот. Вот так ты вызвал бы. Ученик крестоносец. Ха-ха-ха. Так. Что ж, уберем. Берем. Пойдемте. Что у нас есть? Дилижанс. О, искатель-воитель. О, сильный какой. Лагерные навыки. Фига себе, лучший целевой. Лучшая позиция. Та-та-та-та-та. Так. Чувак со щитом. Мне нравится. Что думаете о нем? Что думаете об Эселине? Какой-нибудь, не знаю. Одноглаз какой-нибудь, не знаю. Или. О, чернодыр будет, короче, вот. Чернодыр. О, все. Что думаете по поводу чернодыра? Я думаю, что второе дыхание, клептомания, решите. Клептомания — это хорошо. Да. Давайте возьмем его. Взять его. Так, бери его и ставь вторым. Так, пересекающий герой, черты, знаток руин. Деномания. Так, лагерные навыки, лечение ран, сбрасывание маски. Затрение стресса на 25. Так, а что думаете по поводу чувака-костыля? Такая банда ублюдков, короче. Банда ублюдков. Костыль, потом чернодыр и коматосос. Дядька говорят, что будет бесполезен. И Гордон, который будет... Будет вот так вот. Гондон. Да, позиция 1-2 у него занята. Есть вот позиция шута Гондона, искатель. Воин света, знаток чаще. Угу. Лечение ран. Шута третьим. Так. Возьмем шута Гондона. Так, кибитка. Так, подождите, а где там?
Где там закупонский какой-то парень? Кнопка H. Кузнец. Здесь можно найти новых героев. Лучшим боевых. Трактир. Здесь герой. Пройдет сюда. Лечение. Здесь можно купить. Кибитка цыган. Эй. Да. Что-то немножко не пойму. Покупать это потом, что ли, появляется? Он балалаечник местный, да. Так. Я вот думаю, где... Ну ладно, получается вперед, да? Вперед. Так. Второй. И третий. А где припасы? А, вот здесь припасы. Припасы здесь. Так, что ж, нам надо... Факелочков 5 нам хватит. Бинты. Так, у этого нету. У шута есть бинты. Ну, возьмем парочку. Так. Вот еды надо, наверное... Прилично. 10-12. Жатву. Так. Так, так, так. Для лечения всяческих отравлений. Знание зла, очищение. Успокаивающее зелье. Помогать во. Ужасы подземелья. Для лечения предметов. Для лечения недуг. Который можно дать герою, чтобы снять с него ослабление в бою. 4. Возьмем одну лопату. А получается, ключ мы потеряли? Да. То есть, типа, идти без факела? Блин, ну, я думаю, что для этого нам понадобятся, наверное, какие-то целебные травы. Целебные травы. Куча настоек, чтобы нажраться, набухаться. Вот, а потом уже идти в подземелье. Ну, блин, а как по-другому? Я не знаю. Честно, не знаю. В принципе, можно попробовать, но я думаю, потом. Сейчас мы пойдем по старинке. Вот, вот, я про что думаю, что стресса у них очень будет много. А для этого нам нужно тогда целебных трав прилично и настойки опия дофига. Сейчас денег 4 куска, поэтому я думаю, что не стоит нам лезть в жопу. Вот. Золото найдем потом. Так, а мы, в принципе, оказались там же, да, я так понял. Ладно. Ладно, пойдем. Опа. Ставить знание зла, очищение. Вот так помогает повысить сопротивляемость героя. Блин, надо было ему стресс снять. Что ли? Так, что... Блять, дверной человек. Так, пойдемте дальше. Так, факел уже... Я нашел опять священный факел. Чувак понемножечку начинает ссать. И перед нами скелета. Угу. Так, блин, бросить один. Команда усиление цели. Усиление цели. Ни хрена он орёт. Уфига, усиление всем, круто. Круто очень. Ладно, пока не будем, потому что... На тебе, пожалуйста. Ну, кстати, чумной доктор здесь, в этой позиции, дальняков бы мог бы бить очень хорошо. Так вот. Блин, очень... Очень неплохо. Вау, у него прошло уклонение. Это очень хорошо, держите. Да, сейчас... Сейчас было намного лучше. Содержимое ваше.
Блин, это был хороший бой. Это был хороший бой. Опять лопата. Ну ладно. Тем самым факел начинает у нас. Ага. А вот и мы. Так. Нам надо поменяться с дядькой. Тем самым не атакуют щупальцей. Сопротивление. Усиление цели всех давай. Хорош. Пошло усиление. Начинает брать скелет. Дает 3 урона. О! Как нехорошо. Держите. Так, все, всем спели, все отлично. Все хорошо, бью толстого. Чернодыр опять мастерски работает щитом. Будет на ёпта. Вот так вот. Это было хорошо. Держи урончика. Опа. Так, что у нас там? Боевая балда сейчас прошла. А вешается ли несколько усилений или непоколебимость? Опа. Блин. Иногда герой реагирует на чрезмерный стресс по-геройски. Душевный подъем, он приподнимает состояние духа, сохраняется до следующего привала или до возвращения в деревню. Блин, это прилетело просто, знаете. Точно сыграл. Опа, уклон. Блин, вот это мне понравилось, что. Давайте вот эту сыграем. Так вот. Блин, просто было бы прикольно, если показывался стак многих этих. Найти десятку. Вот так вот. Ну как бы тут все понятно, что тут непонятно. Во-первых, тебе надо покушать. Ну тебе тоже надо покушать. Ну, в принципе, можно отправляться дальше, наверное. Так, что у нас говорит карта? У нас карта говорит, что мы на развилке, пойдемте в эту сторону. Тем самым начинает очень темнеть. А что у нас есть против стресса? Лечение предметов, лечение недугов. Чтобы снять с него ослабление в бою. Погоди, помогите психике справляться с подземелья. Ну ладно. На кого это еще? Ой-ой-ой! Простите, не та дверь. Фига себе. Минус 10 урона от стресса. Фига настакало. Но у меня еще непоколебимость такнулась. Вперед, друзья. Вперед. Опа, сдвигаемая мешка. Блин, а мы здесь нашли, кстати, больше какой-то хероты. Я, правда, так и не помню, взял его, нет. А куда он это делал? Я не понял. Клептоман, да, есть. Клептоман мне очень понравился. Это чертова темнота.
Помогите, бля. Черная как смерть. Так, опять нам шута. С шутом вот что-то они неприятное делают, мне не нравится. Уклонение, ёпт, криворукий. Опять, смотрите, как они любят. Не в общий рюкзак. Мужик проорал, остальные все готовы действовать. Ага. Что-то в этот раз щитом не получилось мне прикрыться. Так. Ну этот вообще бешеный. Просто бешеный какой-то парень у нас. Ну сейчас вообще крышняк поехал. Начали петь. Да что ж такое? Дядя, где твой щит, дядя? Вау! Прилетела стрела. Ладно. Я думаю, что пора давать люлей. Мне кажется, шут сейчас отъедет. Бежать с поля боя. Ничего не тоже помогает, игрок повысил сопротивляемость. Нате. Так, надеюсь, шут не сдохнет. Можно, в принципе... Как бы... О! А, сопротивление кровотечению? Блин, шуту пиздец. Ему... Угу. Нет, только нет. На, ё-моё. Так, получили факелы. Вот этот герой должен вот сюда подойти. Если я не ошибаюсь, то вот он должен испить. А почему этот? Да ладно. Вы серьезно? А как так? Как так? Заполнено. Заполнено чем? Мне он постепенно, что ли, нажирается? Я не понял, а почему, почему, если я подошел шутом к фонтану, то испил из фонтана рыцарь, а не шут? Он был выбран, я поменял, я его сделал вот так вот местами с рыцарем, он был... А, я вот на него, наверное, не... Нет, нажал. Блин, да ладно, серьезно, ну это не прикольно. Я, кстати, по-моему, нажимал. Честно, вот мне кажется, что я как раз специально нажал и выбрал его. Нет? Спасибо, Кэп, я понял, что желтая полоска — это тот, кого я выбрал. Так. Ну ладно, спасибо за информацию. Ты заполнена. Чем заполнена? Кровотечение, сопротивление болезни. Урон, уклон. Он типа сейчас жрет? Гондон жрет сейчас, нет? Коматосос, вперед. Обнаружены ловушки, станут видны на полу, когда вы приблизитесь к ним. Выберите героя и щелкните по ловушке, чтобы попытаться обезвредить ее. Некоторые герои справляются с задачей лучше других. Так. Я даже хер его знает. О, обезврежено, отлично. Я просто думал, что если бы у меня был разбойник, то он, наверное, бы справился лучше.
Хотя, что может быть лучше после обезвреживания ловушки? Что здесь? А-а-а! Вон оно что. Ну, поперли. Так. Заполнено, блин. Все. В мешке добыча. Хорошо. Достается отважным и упрямым. Спасибо. Спасибо. Буду знать теперь. Так, голод. После долгих приключений группа знатно проголодалась. Есть три еды. Ну, все пожрали? Пожрали, молодцы. Надо было больше жатвы, наверное, брать. Хрен его знает. Сейчас нападут на меня, да? Нет? Нет, я тут понимаю, тут финал, наверное. Финал пиздюлей. Так, ну, блять, а у меня лопаты что, нету? Фу! Хорошо, что у меня была лопата. Хорошо, что у меня была лопата, ребята. Опа, а вот теперь пи-пи-пи-пи-пи. Так. Решили пинать самого толстого. 25, хрена себе, мимо. А я же нажал лопату. Я лопату нажал. Блин, непонятно на самом деле. Бля, я здесь 60 кинуть, по-моему. Держи крита. Так. Кровотечение трупа, блин. Как это смешно. Так, чувак получил оглушение. Кровотечение у трупа нормально, 2 урона за раунд. Сопротивление. -5. Ну да, бывает так. Что там? Труп постепенно дохнет. Сейчас что-то они... Ох, ёпта. О, что мы делаем? Блин, получаем... Дюлей, по-моему. На тебе булавой, ёпта. Так, ну у нас есть какой-то еще шанс, наверное. Кого-то доёбнуть. Критический удар по трупу. Ты шут, ты великолепен, ты меня смешишь. Так. Ну, сейчас откинется кто-то точно. Так. На тебе. Ой, держись, отклонись. Все, смертельный удар. Угу. Непоколебимость. Все, чуваку вообще ссать. Вообще, психанул, короче. Ах ты, сука! Блин. Так, она до себя еще... Ох, ёпт. У нас есть что-нибудь? Что-нибудь? Выпить, сожрать? Ничего нету, да? Так, защиту на себя прокинем.
Хорошо, надо было раньше кидать ее. Ну-ка, отклони удар. Блять. Хера себе, он два раза бьет? Почему два раза они бьют? Ёперный театр. Хорошо. Так. Угу. Сука, промахнулся. Блять. Ты будешь получать оглушение, то чтоб ты меня вообще не бил. Как работает оглушение? Ну, хорошо. Хорош! Хорош, вы видели? Вы видели? А, вот забираю это как. А, или... Фу. Так, вернуться в город, продолжить поход. Я в сундук хочу залезть. Открыть сундук. Заебись. Просто вообще отлично. Отлично. Яд — это вот все, что я хотел, да. Напоследок. Фу, блин, это было довольно сложно. Довольно сложно, но интересно. Честно скажу, это было очень интересно. Это прям... Два очка решимости. Ученик, пока еще ученик в город. Блин, ну вот почему открыл сундук? Саверин, ты знаешь, сколь велики были мои неудачи. Да я уже вот понимаю, что полный пиздец, по-моему, этим неудачам. Так, может, не сомневаться, дальше будет только хуже. Наши воины должны быть готовы ко всему. Списка сюда, и что? А, стойкий закален бой красный побывал на передовой сотни священных войн. Он либо нападает на врагов в лоб, одержим приводим гневом, либо помогает товарищам. Угу. Так, ну вообще. Угу. Мастерство инструктора. Режим подготовки удешевляет изучение навыков на 10%, позволяет развивать навыки до ранга 2. Мне кажется, вот это хорошо. Так, ну. Мастерство инструктора уровня 1. The bellows blast once again. The forge stands ready to make weapons of war. Так, ковка оружия, повышает оружие героев, улучшит броню героев, удешевляет улучшение брони оружия героев. Я думаю, вот это и, блин, можно отменить. Блин, отменить нельзя, что ли? Не хочу это. Как-то это неправильно. Ну ладно. Ну ладно. Так, это оружие Бухаловка. Бухаловка. У нас все сдохли. Я хочу восстановить Чернодыра. Искатель-воитель убит монстром. Неделя третья. А я их не могу резнуть, что ли? Че, серьезно? А почему я их не могу? То есть мне надо идти с другими героями, пока...
Охренеть. Я думал... то есть если я потерял... то есть мне... Что со мной? Что со мной сделают? Ни хрена. А меня сразу вылечат, я вот думаю. Так. А мне не хватает. Улучшать заведение. Улучшать молитвенные заведения. Улучшать заведение для медитации. Я просто думаю, он меня сразу полечит здесь? Или мне... А, то есть мне надо будет ждать, да? Так, а что у нас там висит? У нас ничего не висит, да? У нас пока ничего не висит. А, подожди, криптосклонского расту, кровожадность. Богобоязненность. Ну, нормально, прям вообще. Коматосос, молодец. Ох, ну что ж, пойдем в эту самую. Да другие, искатель арбалетчица, хиллер и какой-то хер, короче, у меня какие-то херы. Вот оно что. Я просто вот думаю. Так, а мы здесь пока не можем ничего улучшить. Здесь надо улучшить нам больше вот эту надо херню. То есть мне лучше вот этого отправить лечиться, да, а взять других дилижанса. Или вместе им идти тоже. Ну, с остальными. Просто я не могу, он выпрашивает у меня, чтобы я его взял. Как лучше сделать? Кто знает, подсказываем. Так. Нет новых героев. Ну, блин, я даже не знаю. Shoot, bandage and pillage. Жертвенный порез, бездонная артиллерия. Просто у меня что, будут одни дальники? Ну похрен, наверное, пусть сдохнут. Руины. Так, чаще. Так. Три. Так, далее бинты 3. Одно. Ну, я уже очки вбросил, поэтому четверых я не смогу, как называется, проходить обучение, да, то есть мне все-таки все равно придется. Не дилижировать придется. Ну ладно. Ничего страшного, я думаю, с нами не случится. Так, кнопка по фигуре или портрет героя, чтобы открыть панель подробного сведения, где можно увидеть все черты характера, навыки, показать произведение героя. Ну круто, да, и что, ну вот у меня вон там... Темное искушение у одного, а у другого санатофобия и
плутомания. И был... Ох, нифига, подземелья меняются, круто. Прикольно, мне понравилось. То есть, если я иду в то же самое подземелье, то оно меняется. Да, интересно, интересно. Блин, зашибись. О, ёпта, паучки. Паучками. Ну, начинается. Конечно. Так, яд, да? Да я понял, что отравлен. Угу. Так, восстановление, лечение. Неизвестно как. Нате вам, Абдурахман! Надо было его назвать Абдурахман. Повесим на себя кучу бафов. Все нам принесет победу. Блеванули просто в нее. И оглушили. А я себя резну, так что идите в зад. Ух ты, сука. Сейчас ты... Да, конечно. Так. Она... Ой, ёпта, а яд-то не работает. Лови. Сделали мы на нее глушение, усиление. Так, излечение. Лови. Хрена этот маг лечит, блин, намного сильнее, чем тай... Хилерша, короче. Ну вот. Блин, надо было брать противоядие, это больше. Откуда я знал, что здесь будут пауки? Я не знал. Упс. Хрена, я его оглушил и убил. Дювай такой вот он. Так. На, ёпт. Она, наверное, сзади должна быть вот так вот. Ага. Такой потянулся за пузырем, такой не дам. Давай, чувак, бухани. Вот так, хорошо. Так, боевая перевязка. Ёпта, а куда ж тебя вперед, что ли, ставить? Охренеть. Что-то заебало, сука, на. Не, ну получается, что тетку я должен поставить вперед. Подождите. Раз, два, ну. Лучше целевой. Ну, все правильно, она стояла у меня в третьей позиции и, по-моему, она не стреляла. Да давай уже лезь в мешок. Вот. Вот так вот. Все, я понял. Понял. Абдурахман. Ой, ёпта. Ой, сейчас надают люлей, а может нет. Ну, блин, что ж так тянется за бутылкой? Так. Демоническая тяга. Тяга. Вот этого говно вот этого. Ну так вот. Постой с нами рядом тут. Демоническая тяга. Так. Ловите. Ну вот так вот он, ублюдки. Я бафнусь немножко. Вот так вот. Так. Блин, Абдурахмана просто прям. Да что ж такое-то? Вы охерели, что ли? Болт вам. Блин, какое у него хорошая степень уклонения, заметили, ребят? То есть, ну, вот реально, прям, парень, плутомания, санатофобия, так, перемещение, кровотечение, ловушка, болезнь, оглушение, душевный разговор,
Один спутник. Но у него хорошие уклонения. У меня у этого 5, а у нее вообще 0. Как бы, да, понимаете, что это значит. Так. Угу. Так, и что? Лови. Блин, у дяди кровотечь идет. Надо ее срочно останавливать. Что-то у меня куча говна всякого. Так. 4. Нормально. На тебе болт. Блин, как же он уклоняется хорошо. Это прям, не знаю, очень мне нравится. Перевязали. А почему? Стоп. За... Я же привязал. С какого хрена? Стоп, подождите. У меня есть боевая перевязка. Излечение 2-3, усиление соли, получаем лечение. Она кровотечение не снимает, она только хиляет. Все, понял. Все сразу стало ясно. Хрена. Вот это, я понимаю, хилер. Абдурахман Иванович, он прям молодец, заметили? Горите, суки. Что это за щупальца? Вот вы что, ублюдки, задумали. Так. Да херлось все. Ну-ка, вот так, да. Ребята, вы как-то, ну, совсем... Опять кровотечение. Держите. Прочитайте на досуге. Так. Так. Угу. Ловите, чуваки. Так, а нам надо, наверное... Блин, она в этой невыгодной позиции, и она тем самым не может... Так. Блять. Разлеглись тут трупы. И она в этой позиции не может себя лечить. Это очень хреново. Значит, кровотечение какое-то. Нихера себе! Не, ну вы видели? Очень мне не прикалывает, что я трачу. Ага. Так. Очень трачу много времени на убийство трупов, которые вот мешают. И мне единственное непонятно, почему я, если лучник, то или арбалетчик, да? То почему я не могу. Так, давайте, она открывала. Ну, хорошо. Я просто тогда не пойму. Так, та-та-та-та-та-та-та-та-та. Здесь у нас перейти в эту комнату. Там какие-то ублюдки, короче. Здесь бой. Диковинка. Ну, пойдемте. Угу.
Угу. Ну, паникуем. Сектант-дебошир. Хорошо. Так. Излечение меня. Вот так вот. Все. Не с... Вот так, да. Мы не успели, ребята, просто это сделать заранее, поэтому мы сделали это сейчас. Потому что нас... Ой, блядь, а вот это вот неприкольно, то, что они сейчас перетянули. Совсем неприкольно, все на нее. Хорошо, что уклонилась она сейчас. Так. Да ёпта, я смогу когда-нибудь уже бафы на себя прокинуть? Угу. Так. Ослабление. Вот так вот еще. Защита, хорошо. Да иди ты нахрен, а что ж ты пристал? Смотрите, какие настырные. Еще раз. Неугомонная херня. Лови, ёпт. Так, ну пора... Ух, ёпта, прилетело. А у меня больше нету... бинтов. Это очень хреново. У меня это будет на 4 раунда. Вот так вот. На 4 раунда. Блин, бинты закончились, это плохо. Угу. Так, у нас есть... Жесть, какие раны. Так... Далее. Немножко захреначим, зафармим. Подлечим нашего паренька. Но раны не снимает, а ребята все равно его хотят бить. Блин, да я понял, чувак, что тебе нужна перевязка. Ну, честно, честно. Нету, ну никак. Опа. Fear and frailty finally claim their due. Угу. А кто ходит-то? А, Абдурахманыч. Абдурахманыч ходит на 12 подлечим. Это довольно, довольно замечательно. Так, ходит баба, которая может попробовать вот это вот снять. Трусы свою. Бла-бла-бла. Нанести вот такой вот урон. А, Абдурахмановичем надо попробовать эту дуру сюда вытащить. Да хорошая. Накапливается и после психоза. Шкала стрессовых героев заполнится дважды. Ты в организм откажешь, но начать героев или возвращать в город. А-а-а. Угу. Угу. То есть он дотягивается сквозь труп, а наш богатырь Иваныч не может этого сделать. Странное, странное. Ну, я согласен, что с ними не стоит тянуть, но нам стоит продолжать, продолжать этот бой. Угу. Так, ну что ж, давай, давай сюда. Шо, вот так вот. Блин, Абдурахман Иваныч, он прям... Настолько молодец. Так. Ящик пуст.
вы это слышали? Так, ну мне кажется, что надо возвращаться. Воу-воу-воу. Подождите. Ну, агрессия у него, всё. Так. Да, потому что надо... Надо накапливать нам богобоязненность, хорошо. Надо нам восстанавливать силы. Вот, а тем самым наше время немножко подходит к концу. Ну что ж, постепенно, я думаю, мы будем втягиваться в эту игру. И уже... И уже как-то что-то можно будет делать. Потому что для меня это, можно сказать, что-то такое впервые. Так, а почему я... Так. Здесь удешевляет лечение. Удешевляет лечение болезней. Увеличивает вместимость лечебницы отделения. Не получается. Ладно, придется одну дуру засунуть. Все, ну так чаще так. Ну. В лечебнице он есть, я не помню. Так, в городе снимет стресс только молитвой. Ага. Угу. Так, а где у нас там дилижанс? Производство против 5000. Ни хрена. А, плюс 20 урон от стресса против нечисти. Угу. А в монастырь мы можем его засунуть? Все, пусть лечится, короче. Дилижанс, блин, усилий больше дилижанс моего. Так. Ну, искатель крестоносец, еще один, да ладно. Хрена себе. Искатель антиквар. Ага, еще один маг. Ну, понятно, в принципе. Ладно, ребят. Что ж, отправили мы всех вперед сладко спать. А на этом наша игра на сегодня заканчивается. Всем спасибо, кто пришел. Всем спасибо, кто помогал. С вами был Доберман. И постепенно мы будем играть не только в основную игру, мою любимую, но и еще во что-то. Всем спасибо и пока.